Вскрыли яму, а знак о том, что ведется ремонт дороги, никто не поставил. Об этом сообщают автолюбители, которые на днях ехали по мосту на улице Терешковой со стороны Сакмарской ТЭЦ в сторону города. Аналогичная ситуация и на улице Салмышской. Мы связались с заместителем начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Олег Жерелев лично выехал на место и убедился, что подрядная организация установила знак. На Салмышской обещал проверить, если нет, его также установят. Такие ситуации иногда случаются. Ветром знак может унести, рабочие могут не вовремя его поставить, но им всегда делают замечания, добавил Олег Жерелев. Собачий вопрос беспокоит нашего телезрителя Михаила Алексеевича. Мужчина рассказывает, что в новом сквере имени Прохоренко на Малой Земле местные жители выгуливают своих четвероногих питомцев, которые справляют нужду, и никто за хвостатыми друзьями не убирает. Ну как так? Место культурное, да и выглядеть должно быть презентабельно, а не как минное поле, возмущается Михаил Алексеевич. Может быть, власти установят специальный знак, спрашивает оренбуржец. Мы связались с пресс-службой администрации города. Ольга Лопатинская нам сказала, что в сквере обязательно установят табличку. Но также пояснила, что когда шел опрос местных жителей, они отказались от специальной зоны для выгула собак. А другие микрорайоны, к примеру, по улице Чкалова, Липовая, согласились. И у них они теперь будут. Спасибо за профессионализм и отзывчивость. Благодарность выражают медсестре Юлии Анисимовой, пациенты процедурного кабинета в поликлинике в поселке Кушколь. Понятно, что это ее работа, но она действительно относится к людям с добротой и пониманием. И на этом у нас все. Спасибо, что делитесь своими новостями и наблюдениями. Ну а свою работу мы продолжим во вторник. Ждем ваших звонков. Телефон вы видите на экране.